Сегодня мы пытались разобраться в том, передается ли гениальность или талант по наследству. Влияние, оно все равно идет от наших самых дальних предков, но оно может быть в каких-то маленьких деталях. Он станет гением, все будет прекрасно, а вот ребенок, который родился в деревне, у него нет никаких шансов. Нет, история совсем не так работает. Потому что все-таки рождается новая личность, другой человек, других условиях. Рассказали очень много интересных фактов, мы разобрались, передается все-таки генетически или нет гениальность. Человек рождается уже с определенным набором ген, и, соответственно, у него просто уже идет развитие, и если у твоего родителя уже было это, он развивается плюс-минус в том же направлении, в котором развивался он сам. Мы давно уже хотели участвовать в подобных мероприятиях, потому что я с детства увлекалась живописью, да, ребенок у меня достаточно творческий. Ну, может быть, и передается, но ключевое – это все равно работа. И если и передается, то если его не развивать, то смысла в нем никакого нет. Мне очень нравится, что можно было фантазировать, как бы, да, и увидеть свою картину в абсолютно одинаковом шаблоне, который был у всех. И у всех получилась абсолютно разная картина. Вы знаете, мне понравилось, здорово. Это первый раз, когда я рисую влюбленную парочку луну и гуманоида. А у меня, ну, тут сложно сразу однозначно сказать, что получилось. Либо это речка, вид сверху, либо это петух. Я нарисовала полицейского из пол-литровой мыши, я нарисовала масленицу, ну и, конечно, я подписалась, что говорит о том, что эго у меня раздутое непомерно. А еще есть волосы Боба Марли. Здесь я увидела Сальвадора Дали и его мышление о цветах. Мой мужчина рисовал эскиз для тату. Территория с музея, она как-то настраивает на художественный лад. С нетерпением жду следующей встречи. Я на самом деле была очень удивлена, что на арт-тесте люди показали не то чтобы даже насмотренность, а умение видеть и воспроизводить гармонию. Хочется сказать большое спасибо Ирине Шульчевой, биологу нашего Пушкинского института и историко-художественному музею, который позволил нам провести такое мероприятие.